Новый состав городского совета еще толком не приступил к работе, а первые скандалы уже появляются в медиапространстве. Так блогер Анатолий Шари, который долгое время скрывается за границей от украинского правосудия, заявил, что исключает из партии своего имени лидера местной ячейки Алексея Нагаткина и его отца. На такой шаг Шари пошел якобы потому, что оба отказались подписаться за созыв внеочередной сессии горсовета в угоду Геннадия Труханова, у которого пока нет коалиции. Интересно, что Нагаткин-старший не имеет никакого отношения к муниципальному собранию, ведь прошел в районный совет. То есть Шари не знает, кто от него, в какой местный орган власти избирался. В принципе, такое возможно, ведь в одесских СМИ многократно распространялась информация, что местная организация партии была продана депутату горсовета от ОПЗЖ Виктору Баранскому. В списках были бизнес-партнеры его жены, сотрудники медиахолдинга Баранского, представители его охраны фирмы и так далее. Также отмечу, что по нашей информации часть местной организации поддержала Нагаткиных и не собирается подчиняться решению лидера партии.